Всем привет! Комбинезоны – это популярная разновидность одежды для спорта, которую можно очень часто встретить в стенах спортивного зала. Данный обзор посвящен спортивным комбинезонам Bonafide из коллекции Elite Body. Комбинезоны для спорта Elite Body шьют из качественного материала, который идеально подходит для изготовления спортивной формы итальянского бифлекса. Секрет бифлекса кроется в особой технологии переплетения петель, которая называется Power Stretch. Именно благодаря этой технологии материал становится невероятно эластичным. Уникальная структура полотна позволяет ему дышать, хорошо отталкивает грязь, отлично пропускает через себя влагу и быстро испаряет ее. Кроме того, гладкие синтетические нити легко поддаются окрашиванию и очень стойко удерживают цвет. Швы комбинезонов Elite Body сшивают высококачественными нитями из Великобритании с последующей лазерной обработкой по технологии плоский шов. Коллекция Elite Body насчитывает всего 11 моделей разных расцветок. 3 из них это сочетание черного с цветными вставками, 4 из них темно-коричневые с белым, розовым, голубым или зеленым, и для остальных комбинезонов выбраны 2 основных цвета, синий или пурпурный. В целом, коллекция спортивных комбинезонов Bonafide Elite Body – это классические сдержанные оттенки с чопорно закрытыми руками и ногами. Сексуальности в общей картине восприятия комбинезона добавляет только приталенный силуэт, который очень соблазнительно обтягивает изгибы тела. Стройности вашей талии придадут боковые вставки, которые за счет контраста создают эффект всеми любимых песочных часов. К особенностям кроя также стоит отнести клиновидные вставки, которые располагаются от горловины до начала грудных мышц. Такое решение носит скорее функциональную, чем эстетическую нагрузку. За счет открытия собственных производственных мощностей процент брака готовой продукции значительно снизился. Сейчас он не превышает 3-5%. К очевидным минусам изделия относятся его дизайн и функциональная практичность. Нам не совсем понятно, по каким именно причинам производитель отошел от своей стратегии выпускать яркую сексуальную одежду для спорта, когда выпускал на свет эти комбинезоны. Но факт налицо, по сравнению с другими моделями, Elite Body выглядит намного консервативнее, скучнее и даже немного напоминает костюм для дайвинга. С другой стороны, простые неброские изделия тоже имеют свою аудиторию, хотя она намного меньше клуба любительниц яркого и провокационного стиля. На этом у меня все, большое спасибо за просмотр, всем пока!